Сегодня не нужно ехать за 2000 километров, чтобы попробовать свежей камчатской рыбы. Она прямо здесь, в Рязани. Богатый ассортимент товаров и чарующий аромат, который жалко, что не передается через экраны телевизоров. Палтус, нерка, амуль, белуга, белорыбица, чевыча. На этом прилавке удобно устроились больше десятка видов разных рыб. Все деликатесы из Камчатки. И все-таки главенствующую позицию среди них занимает чевыч. Не просто так его называют коронным продуктом камчатского улова. За большой размер и вкус он удостоен эпитетов княжеский или королевский лосось. Рыбу решили купить. Чевычу купил и палтус. Ну, во-первых, вот чевычу я все время беру, она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас еще какую продают, это лучше. А какую рыбу решили взять? Чевычу. А почему его? Потому что там много омега-3, и микро, и макро, да. Вот эта морская красавица может весить до 17 килограммов. Это, что называется, совмещение приятного с полезным. Можно полакомиться вкусной рыбкой, а организм получит набор разных витаминов, так необходимых в осенне-зимний период. Но внимание стоит уделить не только чевычу. В ассортименте представлены больше 30 видов рыб. Разнообразие здесь побольше, конечно. Вот, ну, не знаю, решили сегодня купить. А что сегодня решили купить? Расскажи. Икру. Почему ее? Ну, почему ее? Я вообще-то у нас икра... Горбуша продается, а это вроде как получше. Большим спросом также пользуется икра. Еще бы, такой полукилограммовый контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами омега-3 и омега-6. Да и состав, если можно так выразиться, натуральный, природный, естественный, только икра и соль. Вообще эти эпитеты можно применить ко всему ассортименту. Познакомиться с ним лично и купить полюбившуюся рыбку можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка продажи икры и рыбы камчатской работает до 6 ноября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».